В этом ролике вы увидите спасенных кошек. Каждая из них имеет свою печальную судьбу. Кошки вылечены и выхожены заботливыми руками Валентины и Лилии. И живут сейчас у Лилии. Два котенка с больными глазами подобраны на автосервисе, где Лилия ремонтирует машину. Котик Афоня был найден в тяжелейшем состоянии, привезен Лилии из отпуска. Дальше увидите, какой стал красавец. Истощенная, изможденная кошечка Пегги, молодая, была подобрана Лилией тоже в отпуске и привезена к нам. Красавица. Маленькая Блэки недавно была подобрана Лилией на обочине дороги. Очень ласковая малышка. Боже мой. Детеныш, ты откуда тут взялся? Трясется весь. Боже мой. Кот Ред был раскрашен детьми красным фломастером. Видимо, показался не сильно рыжий. Сейчас вальяжный, красивый кот. Мисочки там. Кошечка Денис. Ей полгода. Когда-то были подброшены к приюту 5 котят в коробочке. Один умер. Один уехал домой. 2 остались в приюте. А у одной малышки, у Денис, был сильный отит, и Лилия забрала ее к себе домой. Сейчас она здорова. Осталось осложнение. Немного головка наклонена в бок. Но на первый взгляд, если ты об этом не знаешь, даже незаметно. Наоми была беременная, оставлена на остановке. Кот Беляш, ему 6 лет, оказался на задворках жизни, ненужный наследником. А еще есть шелопопая Кити, ей 1,5 года. Она немного тянет заднюю лапку. Характер и окрас чисто Джек Рассел. Очень активная и очень любвеобильная. Да отдай! Теперь он со мной играет, со мной. На. Она не отдает вообще. Thank you.
Вот это из приюта кошка, девочка. Вот она. Вот это Фоня. Вот. Они похожи, да. Кошка с остановки, которая очень крикливая, очень разговорчивая. Просто болтливая, круглые сутки болтает. Да? Вот так скажи, я болтаю. Ужин. Ты что не идешь кушать? А? Ты что кушать не идешь? Варя. Варя, опускайся. Это тоже принесли, сказали, домашняя в приют сдали. Фига она, вон, дичится, сколько уже сидит. Вот этот вот, это сын Коко, которую я выкладываю постоянно в приветах. Мать Мэйкун, Коко. Ну, это две писы дети. Очень активный кот. Классный. А вот дочка ее, Коко. Такая чуть-чуть диковатая, конечно. Ручной. Было четверо, вот остались двое. Что? Что ты хочешь сказать? Дай ей. Выходить думаешь? Похоже, кошка зашла, не знает, как выйти с этого лотка. Нет, она развлекается. Ну, развлекайся. Thank you.
решила? Кота съесть, что ли? Или... Ты что творишь? Это котенок, это не игрушка. Мейн-кун. Ему года два. Весит 10 кг. Огромный, красивый кот. Умный, ласковый. Но характер собачий. Будет бегать за мячиком. Требует к себе внимания. Жизненные обстоятельства Лилии сегодня сложились так, что все животные вынуждены переехать в приют, а ведь они уже домашние. Друзья, срочно раздаем домашних кошек
и Шилопопу, и Кити.